Видите, код 41. Это румынский сорт Овидио. Орехи шаровидные, немножко вытянутые, красавцы, красивые. Видите, для этого года он неплохо загружен. Обычно все сорта, которые мы имеем, Мирослава, значит, селекция Мирослава, ясы, они достаточно зимостойкие и хорошего качества, потому что создавались они в условиях примерно аналогичных с фалештами. Достаточно холодно, бывает мороз до 34 градусов. Какое прекрасное ядро. Сорт Овидио. Ну, в честь Овидия назван. Ну, мы прошлись по 5-6 сортам из 200. Тут ноги собьешь, пока обойдешь все. Идем дальше. Итак, друзья, мы говорили с вами во время уборки президента, что обычный орехокол, он отдыхает, когда разговор идет о президенте. Вот, пожалуйста. Ничего. Для него надо делать громадный орехокол, специальный. Сейчас мы будем смотреть, как выглядит 33-й, его качество и урожайность. Вот эта форма 33, которая является достойным конкурентом для президента. Значит, тоже достаточно крупная. И чем-то похоже плод. Чем-то похож. Значит, форма 33. Она, многие их путают. Но у формы 33 она более гладкая. Видите, она более гладкая. А президент, он более бугристый. И у президента более открытое педикулярное отверстие. Здесь оно закрыто. Его тоже. Вот, чтобы вы поняли, о чем разговор. Вот это президент. Это форма 33. Тут более бугристая скорлупа. Ну и он покрупнее. У формы 33 есть хоть какой-то клювик. Видите, какой-то клювик есть. А здесь вершина проваленная. Вот сейчас мы откроем его, посмотрим на качество. Он всегда конкурировал с президентом. Вот, пожалуйста, какое ядро. Урожай мы уже убрали. Здесь практически то, что осталось, вот отдельные плоды. А вот скорлупа здесь, конечно, потоньше, чем у президента. Вот посмотрите, пожалуйста. Скорлупа, дай крупным планом. Ядро такое же, крупнорельефное. Вкус феноменальный. Пожалуйста. Вот это и есть форма 33, которую сейчас мы размножаем. Потому что она, как говорится, многим нравится. Ой, господи. Упало ядро, и земля задрожала. Вот, пожалуйста, четверть ядра.
Это как целое ядро, скажем, чандлера. Я обещал вам показать форму 33, но она убрана, но отдельные плоды остались, как обычно. Прекрасная форма, у нас есть саженцы. Пока наберет силу и размножится президент, берите эти саженцы, не пожалеете. Вот обратите внимание, я говорил, что форма 33 уже убрана. Да, она убрана, но на момент уборки плоды, как и на президенте, очень крепко держались. И вот эти упали через неделю после дождя. Вот они. Я думаю, что они могут порадовать любого. А к тому урожаю, что мы убрали, вот это уже считается, что дополнительный урожай. Вот видите, форма 33. Я говорил, что она уже убрана. Она уже убрана, лежит здесь. Поэтому на деревьях там их осталось мало. Но сам по себе и орех, вот сравните справа, слева, как они отличаются. Сразу видно, что это гигант и достойный орех.